Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит этим ранним морозным утром ваш лучший друг предал вас, и вы оказались в тяжелой ситуации. Ваш любимый Peugeot отказался заводиться, и у вас стала острая необходимость зарядить аккумулятор. Конечно, следовало подумать об этом заранее, еще до наступления холодов. Но открыв капот, многие сталкиваются с такой картиной. Инженеры Peugeot обложили аккумулятор разными проводами, пластиком, что только одну плюсовую клемму видно. Конечно, можно быстренько прикурить от другого аккумулятора и поехать делать свои дела, но дух мертвого аккумулятора будет преследовать вас. Не сегодня, так завтра вы снова попадете в неприятную ситуацию, не сможете его завести. Поэтому сейчас давайте снимем аккумулятор и зарядим его. Заряжать на морозе не стоит, потому что все химические реакции замедлены и полностью зарядить у вас не удастся. Недельку-другую еще протянете, а потом опять начнется такая же катавасия. Поэтому сейчас снимаем. На самом деле это не так долго, как кажется. Давайте начнем. Понадобится ключ на 10 и отвертка плоская. Сначала снимаем накладку. Потом можно перейти к впуску. Откручиваем хомут. Чтобы хомуты не закусывал, я обычно их брызгаю какой-нибудь смазкой, типа ВД или силиконовой, перед снятием и затягиванием. Вот здесь внизу, под глушителем впуска, есть кнопочка. Вот она. На нее надо надавить, чтобы выдернуть впуск наверх. Дальше отстегиваем хомутики и вынимаем провода из них. Отключаем клемму, снимаем ее. Эта панель с предохранителями снимается отдельно. Вот защелка. Поднимаем ее вверх. Но для этого надо отстегнуть вот эту защелку. Панель можно сдвинуть в бок. Крышка снимается нажатием на этот прилив и на этот одновременно. Теперь можно убрать провода в бок. Бокс для аккумулятора просто сдергивается с крепления. Вот основные два крепления. И вот защелки. Дальше ключом на 10 откручиваем основное крепление аккумулятора, силовое. И потом отсоединяем вот эту клемму. После чего можно аккумулятор полностью снять и зарядить. Непосредственно о том, как зарядить аккумулятор, вы можете прочитать на моем сайте. Я сделаю ссылку под видео. Там очень интересная и хорошая статья. Обязательно прочитайте. Потому что если вы плохо зарядите аккумулятор, придется снова его перезаряжать. А это опять придется все разбирать, мучиться, тратить время. И возможно, так же, как и я, что-нибудь, какую-нибудь клипсу и сломаете. Собираем в обратной последовательности. Накидываем клемму плюсовую. После того, как зарядите аккумулятор, не забудьте клеммы почистить с обоих сторон. Возвращаем провода в их исходные места. Закрываем крышку. И возвращаем впуск на место. Вот основное его крепление. Немножко я надломил. И затягиваем хомут.
Остается вот эта маленькая пластмасска. Хитрость ее в том, что она вот эта часть разрезная, и она вставляется в разрез. А эта часть вставляется, вот видно, в паз. До щелчка. Все готово. Здесь готово, но остается еще настроить время на бортовом компьютере. После снятия аккумулятора скидывается время. Его придется настроить. Входим в меню. Персональные настройки. Как ни странно, конфигурация дисплея. Установка даты и времени. Заходим в день кнопочкой ОК. И поднимаем показания до нужной даты. Нажимаем ОК, перескакивает на месяц, январь, снова ОК. Когда заморгает, когда выделится кнопочка ОК, надо нажать ОК, иначе настройки не сохранятся. Все готово.